Ух ты! Вот это красота! Можно посмотреть? Я их вживую никогда не видел. Здрасте. Смотрите. Называется бандура. Я в курсе. Это вместо камертона, что ли? Нет, это не камертон. Это тюнер. Ну. Это вот настраивать. Это на определенную высоту. И вот он показывает. Раз, видите, строит. Камертон, по-моему, то же самое. Нет, только камертон дает даже ля только дает. И все. А здесь же, ну, весь спектр. Это сколько там, 60 струн? Меньше. 64. 64, боже мой. По-моему, в рояле и то меньше. Да не, в рояле. Спасибо, побольше, спасибо. Так, что там, я говорил, хоть Харьков, 9 мая 2018 год. Да, я тоже так могу, но только один раз. И до конца дней. Буду отлеживаться. Красота. Там еще в
парке Горького какая-то праздничная программа. Вот не знаю, доберусь ли я туда. Да, это по поводу того, съемки еще. На мемориале славы сегодня программа была довольно скорбная. Сразу много вопросов. Траурный в Украине день. 9 мая или праздничный. Праздничный. Просто погибших надо помянуть, а потом праздновать. Сразу и Кернес, и Порошенко. Так, что там еще? Жон Мироносец, церковь восстановленная, разрушенная в 30-х, по-моему. И отстроенная буквально году в 14-м, в 15-м. Сейчас покажу. И на том и завершим, небось. Украина, ничего в себе Украина. Ну что, довольно-таки показательно. Гражданка Украины поет про исход из Египта, Юлия. Israel was in Egypt's land. Let my people go. Oh, I press so hard.